дамы и господа, пользуясь случаем, хочу вас, да-да-да, вот именно вас пригласить к нам поучаствовать в проекте. Хочу сказать, мы находимся в торговом центре «Атом» с 5 до 6 часов вечера. Приходите, вам же есть что сказать? Я сегодня зашел в книжный магазин в «Атоме» и теперь хочу обратиться к продавцам, которые там работают. Уважаемые продавцы, почему, когда я к вам прихожу, вы никогда не читаете? Когда я сам работал в книжном магазине 10 лет назад, я читал абсолютно каждую свободную минуту. У меня столько было книг, как можно вообще от этого оторваться. Я стабильно был в числе тех, кто получал штрафы за это от 300 до 500 рублей в месяц, но меня невозможно было оторвать от пользования этой уникальной возможностью. Ребята, вы потом будете жалеть об этом, пользуйтесь вашим шансом, это важно. Меня волнует, плохо живут люди, предпринимательство гибнет, полностью гибнет, мелкое и среднее. У народа денег нет, нет денег и покупают они ничего. Предприниматели все сидят, еле живые. Ну есть, конечно, живут, вот все эти маленько живут. Ну пока все. Я передам привет дедушке Мише, бабушке с другой стороны, прабабушке, еще одной прабабушке тоже с той стороны. И передам привет моему дяде, дяде Леше. Желаю им счастья, добра, чтобы они, если у них нет друзей или еще кого-то, не скучали. И чтобы у них было все хорошо. И когда они заболеют, пусть поправляются побольше. Михаил Черкесов, я тебе передаю привет и спасибо за то, что пошел со мной в магазин. Маме, конечно, папе, бабушке, друзьям, всем моим сестре, которая снимает сейчас, другой сестре, которая в Москве учится, вот, и любимому учителю Сергею Васильевичу из РУПУ, вот. Дедушке Андрею и бабушке Вале привет.